который был воспитанником футбольного клуба «Флуминенсе» и даже играл немножечко в серии А бразильской, но свои лучшие годы он все-таки провел в «Локомотиве». И вот выход к воротам, внимание, удар, и тащит Георгий Лория. Лория оставил ногу и помешал нападающему пробить в дальний угол. Великолепная игра вратаря, все просчитал, было видно, что заманил, посмотри. Во-первых, Миранчук хорошо сыграл. Но это как раз... Посмотри, заманил, оставил ногу и вытащил. Это как раз Майкон, о котором мы говорили. Что ж, в «Локомотиве» он проводит свой, внимание, седьмой сезон. Вот как летит время. Коломейцев, подача, удар! И Глория! Уж извините за такое слово! Пенальти! Фантастический сейв! Вот это страсть, а! Конечно же, сейв в Глории нужно отметить. Но, по-моему, потом все-таки... Было нарушение перед тем, как пытались добить этот мяч. Мы сейчас узнаем. Я неспроста сказал «Глория», вы не подумайте. «Глория» значит «Слава», «Браво» в очередной раз. Но что случилось? Мне хочется все выяснить. А что же это за эпизод? Где этот фол? Вот сейчас будет очень хорошо видно. Удар и... Нет, друзья, по-моему, пенальти этот арбитр выдумал. Я пытаюсь просто, вот еще раз, несколько раз мы видели еще до того, как более подробно разобрали эту ситуацию, поэтому все это теперь мы отдаем Владу Батурину в программу «Свисток». Обязательно смотрите. Здесь, друзья, было противоборство Мбокагу и Хенти. Хенти показывает на то, что Мбокагу держал его за футболку. Удар по воротам. И... тащит мяч! Этого просто не может быть! Я же говорил, Глория! Глория значит слава, и Георгий Лория, Глория, в данном случае с инициалами, вписывает свое имя, если можно так выразиться, в историю стартовых туров чемпионата России. Росгосстрах чемпионат России раскачивается вот такими матчами и вот такими подвигами. Вот это матч, отличный, отлично отбитый пенальти, просто грусть.